Привет всем, меня зовут Том. Добро пожаловать в очередную серию прохождения Андерхелла. Так, вон та вот дверька мне что-то очень-очень не нравится. Мне кажется, в нее можно зайти. Увы, в нее нельзя зайти. Тут у нас сода. Шикарная сода. Ну, awesome сода переводится, шикарная сода. Окей. В прошлой серии мы с вами нашли ключи от лифтов и поднялись на 2 этажа выше. То есть на 2 уровня выше. Это мы уже, значит, почти-почти на самом верху, ребята. Это значит, что очень-очень крутое время с вами у нас с вами наступает. Это значит, что сейчас начнется экшен. Сейчас начнется самое все интересное. Ключ-карту наш Джей Хопфилд скинул. Вон она там. По-моему, это она. Да, и значит, наш народ. Ну, то есть те охранники, с которыми мы скооперировались, они найдут ключ-карту. What the fuck is that? Что за херня? Так, я не понял, что такое? Это место из кошмаров Джейка, что ли? Точно, кошмар. Но как? Ведь Джейк даже не спит. Что такое? Что творится с Джейком? Ну перестань отдаляться, чертова дверь. Белый свет. Что-то сейчас будет. What the fuck? Что это? Ух ты! Что такое? Упс. Ага, значит убежать нельзя. Так, давайте хавать. Похаваем, похаваем, похаваем. Шоколадку, шоколадку, шоколадку. Все, скушаем. И здоровья. Так, все. А теперь пойдем разберемся с этими ублюдками, что они вообще хотят. О, шикарная вещь. Которой так не хватает. Ух ты, блин, у них дробовики! А вот это уже хорошо. Вот это уже мега круто. Я же говорил, что начнется экшен. Говорил. Ой. Погнали. О, еще есть такая штука. Окей. Нужно зарядить наш дробаш. Так, все. Где мы сейчас находимся? На каком уровне? Нужно подойти сначала... Опаньки, это уже какой-то другой уровень. Может быть, это банда-то? Хотя нет, вряд ли. Так, все сохранено. West Wing. Да-да-да, это все правильно, все правильно. Это западное крыло. Но здесь ничего нет, кроме... Но здесь вообще ничего нет, по-моему. Так, вот отсюда я вылез. Окей, значит, нам тупо туда. Но куда именно? Понятно. Значит, нам не сюда. Значит, нам вон туда. Окей. Закрываем тут. Закрылось. Раз. Ну давай, загрузка. Быстрей, 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 черт возьми, быстрей. И открываем эту дверь. Что-то мне подсказывает, что их сейчас тут будет. Уровень 2, ядро, контрольная точка. Опаньки, вертолет! Ни хрена себе! Блять, они еще и прыгают, капец.
Так, как-нибудь укрыться, наверное, надо. Бежать туда, где открыто. А, открыто у нас ист. Что это? Восточное крыло. Так, нужно сохраниться. Тут у нас свет, и свет стал такой яркий, как будто здесь есть цивилизация, да, ребят? Вы не замечаете этого? Раз. Давай. Так, все, дверь закрыл. Два, сейчас будет загрузка. Очень долгая загрузка. И все, и открыли тут дверь. Ох ты ж. Что тут у нас? Тут у нас ублюдок с отстреленной головой. Корексес, офисы. Надо найти остальных. Оксиген рум. Что тут? Так, надо посмотреть, что здесь. О, это... Ух ты! Сколько меня не было? What's going on here? Hey, man, it's Jake. He's alive. Yeah, I can see that. You just keep on surprising me. Капец, у нас новое убежище. They'll be happy to see you. Надо поговорить с Беном и Терри. What's up, man? Что задумал? So, we're trapped. I know. We've got no way out. I know. Так, ух ты, тут какое-то покруче место тут. Это уже немного напоминает Half-Life прям. Я не знаю. Так, ну вот тут есть карта, давайте ее заберем, эту карту, заберем себе. Сохранимся. У нас милый костер, мы принесли запасы на несколько дней, и есть только три выхода и три входа. Но один мы загородили, потому что там небезопасно. Man, we barely opened the door and gas started leaking. These are the biological labs. What did you expect? What I expect? I'd expect you to find a safe room that is not right next to some crazy-ass lab with toxic gas. That's what I'd expect. Has anyone briefed Jake on the situation? Yeah, I'll take care of it. Jake, look, you ready for this? Готов. We're fucked. That was it. Now he's briefed. We've encountered hostile armed personnel on our way to the safe room. I take it you saw the cadavers? Which means this armed response that is supposed to disable us has already reached this level, and probably the other wings. But that's not the worst part. They noticed I hacked the ciphers, and their response was to change the core access cipher codes. So basically, we're stuck on this wing. Ну капец, блин, просто полный капец. South wing, but as you guys know, it's definitely a no-go. But even if we reach the south wing, then what? Well, as I was telling Ben earlier, the mainframe servers for this level were located there. So? So if they change the cipher codes, that's where we'll find them. Hold on. So these motherfuckers changed the codes of the flying soda cans that open the big-ass doors, so we can't access the core on the other wings, right? Right. And what you're saying is, the code is somewhere in the servers that are located in the south wing that is probably overrun by the soldiers sent here to kill us. And that can right now only be accessed by going through that lab filled with toxic gas. Right. Well, that's just fucking beautiful. Fucking beautiful. Это просто офигенно. Wait, Jake has a gas mask. Oh, you do? Yeah, he picked it up in the maintenance area. You still have it, right, Jake? But he only has one. Да, еще у меня. He's gonna put on that mask and go in there. What the fuck, man? How can you decide what I do or I don't do without asking me? You wanna go in the motherfucking labs? No. Shut the fuck up. So the lab access is under quarantine, and well, what? The only way to actually enter the labs is with a yellow access card that we don't have. Oh right, yeah, yellow access. I read about that somewhere. It's the quarantine override card. I know. And where would that key card be? I don't know. Maybe in the offices. So what's our first step then? All right, let's see. We've got this location secured, so that's good. Our first step is to scout this wing for survivors and supplies. Try to find that special key card to get access to the labs. Then we go to the south wing, get access to the server to get the new codes, and we should be good. But there's only one gas mask, and Ben, you're the only one who can access the server. Well, not the only one. Jake here managed to upload the cipher guidance system just fine. And he also figured out how to reboot the MGPS on his own. Seems he knows his way around technology.
And I could guide him through on the radio too. Ну, типа того. Ben, what do you know about the North Wing? Not much, unfortunately. I haven't been able to dig up anything beyond this level on the network. I don't really know why my access isn't flexible. What do you mean? Well, you remember I told you I managed to plug myself into the main security network earlier? That's how I've been able to get all the info I've gotten so far. But it's strange. I only get bits of data. Like, it's like I don't have full access. It says I have full access, but I don't. It could take a while to try and dig up everything about the North Wing. What do you want to know anyway? Because the only way up on this level is through the North Wing. I want to know what to expect there. All right, then I'll just keep digging. All right, Takeo and Eric still haven't returned. They should be bringing the rest of the supplies from the safe room on the first level. They're going to need someone to open the core access for them when they get there. I'm guessing you had to close the cycle to get in, Jake, so they won't be able to get through. Man, do you have any idea how annoying it was to run the auto cycle on this thing? I had to turn it on and run like hell and then roll under the door right before it closed, just so that the access could be open on the other side. Brian, Junior, since you two can't be separated, apparently, you go ahead to the core access and wait for Takeo and Eric. Okay, you got it, but there's no way I'm pulling that stunt again. We'll just wait for them at the core access. Alright, Jake, you go on to the offices of this wing. It's by the core access. Try and see if anyone's still alive over there. Желтая карта отключения карантина. Okay. Also, be careful. There might be some armed personnel still around. We already tried to talk to them, and they wouldn't talk back. Так, я понял, что это за код? Try any harder. Я понял. Что здесь за код? Терренс Мейсон. Начальник охраны. Это Терри, да, походу? Окей. 12 сентября 13 2013 года. В связи с последними событиями меры безопасности были повышены. Я получил приказ изолировать многие секции объекта при помощи кодов и карточек. Офисы уровня 2 в восточном крыле теперь используют код офисы уровня... А, это код для офисов. Окей. Передан всем соответствующим сотрудникам. 7953. Запомнили? Код 7953. Код в офисе 7953, точнее. Так, давайте сохранимся. И пойдемте. Сохранено. Что у нас здесь? Кстати, неплохое такое убежище. На самом-то деле. Посмотрите. Вау, это что такое? Я думаю, это что-то очень-очень крутое. Так, это мы возьмем. Понятно. О, тут еще карта. Теперь у нас 23 карты. Хорошо. Просто хорошо. Так, тут еще есть карта. Сколько, блин, карт этих уже чертовых? Уже 24. Еще осталось всего половина. Но назад мы, мне кажется, уже не вернемся. Или вернемся по этим... По чертовым вентиляционным шахтам. Нас что, чего? 7953, окей. Oh, hey, you must be Jake, right? I'm glad you made it. Everyone was worried sick about you. And you've been gone for hours. I mean, that's they said. То есть мне так сказали, сама я не знала. Ты нашел меня и Алана, забаррикадировавшимся в ванной. I have been stuck with this jerk for so long that I think if they have been like 10 minutes late, well, I'm probably the only one they would have been rescuing. Окей, значит, выжившие все-таки этих людей нашли. Они выжили. Oh, hi. Name's Lloyd. I'm Chef. О, тут у нас что? У нас тоже что-то безопасное и как бы, как будто комната, посмотрите. Свечки зажженные. О! Давненько не виделись, да? But it was probably too much for your own good. В смысле? Ты о чем? I didn't mind me carrying you away from there. I just wasn't gonna leave you there lying on the floor in the middle of the corridor, was I? Anyway, I'm glad to see that you're Блин, спасибо, дружище. Спасибо. I still haven't been able to nail that magic trick. I always mix up the numbers. I never know if it's 11 cards or 21, because... Could see 21 is in blackjack, you know. You need 21 cards. Так, окей, cards. Понял. Or, is it cards or
worth 21 points. I never liked those gambling games anyway. So here's the deal. You bring me 10 more cards, and I'll give you my crossbow. That's right. You heard me right. My favorite and most effective tool for hunting rats. А почему бы тебе не пройти вон туда и... Так. So, you want to take your chance to win my crossbow, huh? Ну ладно. It's of my own design. Well, not really. I found it. But I improved it a little. And the bolts, too. They are special. 10 карт? So yeah, you just bring me those 10 cards and... Так у меня их 24. All yours. You know, I heard there's weird things going on this floor. Окей, понял тебя, дружище, понял. Вроде как в зоне 51, ничего себе. Ладно, я пошел. Ну и ладно, я и сам себя не слушал. Так, ты о чем-то хотел со мной поговорить. Давай поговорим. О чем? I wasn't the only one working on the cover here. I had a few contacts here and there in this place. We were making progress on finding out exactly what was going on down here. One of my colleagues contacted me before all of this started. He said he had some data for me. If I recall correctly, he worked on this floor. That data could be something very important. It might help us figure out a few things. So bring it to me, and I'll get you a nice silencer for your pistol. О, глушитель для пистолета, это круто. Ее дружище. О, в офисах как раз. В дешевой книге про вампиров, которую никто не читает. Хорошо, хорошо, дружище, хорошо. Я не удивлюсь, если та дешевая книга будет что-то типа «Сумерки». Серьезно, вот, ну, почему-то мне... Почему-то я так думаю. Так, ладно, пойдемте. Что у нас тут? У нас очень-очень ржавые стены. Так, офисы вон там. Нужно найти в офисах желтую ключ-карту. Сюда у нас пока нет доступа, по-моему. Сюда тоже. Вот, именно эта ключ-карта, скорее всего, откроет нам доступ вон туда. Ладно, давайте в офисы. 7953. Так. Блин. Так. 7-9. Эй, я же 9 нажал. Чё с тобой не так? Так. Ладно, ладно, давайте снова. 7-9-5-3. А вот и я. Вот и я. Ох ты ж, сколько тут всяких комнат. Ну ладно, погнали туда. Так. Ну давайте, по одному. Ну хотя нет, хотя не по одному. Почему я всегда говорю по одному? Ведь их там куча. И они не будут слушать меня по одному, не по одному. Они просто нападут на меня и все. Так, здесь скорее всего еще... Все еще зомби, да? Да, все еще зомби. И очень много зомби. Долго ж ты летел, бро. Окей, следующий. Сколько же я вас тут порешал, а? Так, ладно, у нас здесь что? У нас здесь restrooms, то есть туалеты. Туалеты и ванная. Ну, просто туалеты, точнее. Так, еды у меня пока хватает. Вот там стоит ублюдок, которого надо убить. Ага, сейчас опять, блин, заиграет музыка, которую я ненавижу. Следующий. Who's the next one? Ну? Так, уже я очень многих убил. Надо найти в офисах желтую ключ-карту.
тут есть карты обычные. Давайте возьмем обычную карту. 4. Круто. И 25-я эта карта у нас. По счету. Так, нужно найти в офисах, да? Значит, везде нужно обыскивать каждый офис, каждую комнатку на предмет желтый ключ карты. Старая книга про вампиров. Так, окей. Ну, я думаю, она бы подсветилась, да, нам? Так. Хорошо, что у нас много батареек, а? Я думаю, без батареек тут вообще нереально. Оу. Здесь их было очень много. Не значит ли это, что тут что-то может быть? Нет, все-таки не значит. Так, давайте посмотрим. Есть ли у нас... Да, у нас есть. Это хорошо. И я хочу попить. Так, попили. И давайте дальше искать чертову желтую ключ-карту. Тут мы были. Здесь мы с вами пошли. Давайте пойдемте в ту сторону. Сначала, наверное, обыщем первый этаж с вами. То есть вот здесь все. Книги. Что это такое? Январь 99-го. Рапорты. О, Chief of Security. Это Java. Ничего себе, книги по Java даже есть, по Java. JavaScript, бла-бла-бла. Ну и где тут книга про вампиров? Может, тут где-нибудь? Ух ты, карта. Так, теперь у нас 5 карт. А, точно, можно же... Что-то я тупанул. Можно ведь даже открывать вот эти вот... Ну, вот эти вот нельзя, а в столах, которые ящички, их можно открывать. Это значит, что там, где есть ящички, надо все это проверять, надо все это смотреть. Так, тут книги про вампиров тоже, да? Нет, по-моему. Пойдемте дальше. Что у нас тут? Кабинет, который закрыт, кстати. Может, даже в нем что-то есть. Там вот карта. О, желтая ключ-карта. Зашибись. Карта карантина. Придется вернуться в убежище, чтобы попасть в лаборатории. В каком смысле придется вернуться в убежище? Найдите в офисах спрятанные в дешевой книге про вампиров. Нет, я сейчас найду, по-любому найду эту книгу. Потому что она мне нужна, потому что мне нужен глушитель. Глушитель — это зашибись. Думаю, что нашел все карты в офисах. Как ты об этом узнал, чувак? Тут Chief of Security. Здесь мы были. Окей, ладно, пойдемте на лестницу. Теперь нам надо по-любому наверх. Ну да, ублюдки. Так, ну и откуда они пойдут? Откуда они полезут на нас? Так, батарейка садится. Чертова батарейка, не садись. Ну или давай быстрее меняйся, ё-моё. Молодец. Так, желтая... Ой, какая желтая? Желтую ключ-карту мы уже с вами нашли. Это значит, что осталась только одна вещь, которую на этом этаже, в этих офисах мы с вами еще не нашли. Это, конечно же, книга, которую нам сказал Мэтью. У него тут был чувак, дружище, с которым он разговаривал, то есть с которым его внедрили в эту систему сюда. Вот, и поэтому... А, и этот чувак, друг Мэтью,
Он сказал ему, что где-то здесь в офисах есть какая-то книга, и в ней лежат какие-то данные хорошие, которые нужны Мэтью. Если мы принесем эти данные Мэтью, он даст нам глушитель, который нам так необходим в этих чертовых офисах. Ведь тут просто пипец. Просто пипец, как нельзя шуметь. Ну давай, где ты? Где вы? Орете, блин? Эти зомби чертовы орут, орут, но их нету рядом тут. Понял. Так, это Ява. Не то, не то, не то. Тут нет этих книг. Черт, где эта книга? Ну ладно, сейчас еще походим и еще найдем. По-любому найдем. Тут тоже ничего. Тут тоже ничего. Может быть, здесь, в центре? Видите, нужно вот так вот обходить каждый стол. Все это нужно... What the fuck? Дешевая книга про вампиров. Блин. Спрятанный в дешевой книге о вампирах. Ну вот, ну я уже все вот такие вот полки книжные обыскал в этих офисах. Что еще? Где еще могут быть эти книги? Опаньки! Опаньки! 100% сумерки, да? Сумерки? А, нет. Что-то другое. Принесите книгу Мэтью, окей. Так, Райан Майлз, бухгалтер. Бухгалтер. 13 сентября 2013 года. Моя работа скучна. Это плохо, но хоть коллеги нормальные. Так весело, что весь день читал дурацкий покетбук. Томас просил посчитать, но я отказал. Юлия тоже заинтересовалась ей, но пожалуй... А, ей, пожалуй, не откажу. Должен ли я поделиться... Что? Должен ли я делиться вещами? Они вполне могут перебиться. Никто ведь еще не знает, что я эгоист. Лол. Чертов эгоист. Так, ладно, и все, и нужно уходить. Вот туда. Ура! Наконец-то! Придется вернуться в убежище, чтобы попасть в лабораторию. Че-то я думаю, что сейчас какие-нибудь ублюдки тут будут, так что пистолет наготове. Пожалуй. Я и думал. Почему эта дверь открылась? Ладно, неважно. Побежали. Быстрее, 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 быстрее. Открывайся, чёрт, дверь. Открывайся, открывайся, открывайся. Оксиген рум. Так, это, по-моему, здесь все. Так, окей. Вот он, Брайан. Как оно? Мэн. Ух ты, тут что? Принесите... Надо разобрать баррикаду перед дверью, чтобы пройти. Нашел. Да-да-да. Так, а где глушитель? Т, использовать глушитель. Ох, как круто! Это просто круто. That's just really dangerous. It's placing a prison in the middle of a city. It's pretty simple, really. Penitentiary facilities get financial support from the government. But I thought prisons are government facilities. You're dreaming, boy. Prisons are just like any other business. They get cheap working labor, and they get tax cuts, and they get paid to run the place. Prisons have been getting private for decades now. There's over 250 correctional facilities that are owned by private companies in the United States alone. And most of them, if not all of them, are running over capacity. That means they get more inmates than they can handle. So any time the state gets a new prison to send their dregs of society to, they're happy to pay. But I thought this place is supposed to be, like, top secret.
How can it be secret if thousands of inmates see it and then get sent back into society? That's the thing. This facility has been built and designed to keep inmates that have been sentenced in prison for life. We don't do thieves or rapists here. Ух ты. Only the craziest sons of bitches. Что я вижу? Это же Комсомольская правда, по-моему. That have been sentenced to life and won't be getting out. Ну или просто правда. I didn't know that. Who do you think does our laundry or cleans up this place? Who do you think works in the maintenance area? Under supervision, of course, but basically this place just found the best way to maintain itself by getting inmates to do all the dirty work without paying them. So yeah, it's a pretty smart move. Modern day slavery. Yeah, but they do need to pay the guards and the people keeping an eye on them. Yeah, but I'm not employed to watch just the inmates, you see. My job is to supervise the general security of this place. All the security teams on every level are divided into squads. And even though the squads sometimes shift between the wings, they never work on another level than the one they're originally assigned to. Only a few individuals are allowed to actually go to multiple levels. I wouldn't be surprised if all the people that worked here weren't even aware that there's a prison down here at all. All they see is a big underground storage thing with many floors. But they never get to actually visit the whole place. They just get to work, go to sleep, and basically live there. Which is why the residential area is a lot more cozy than the rest of this facility. Да, это я, кстати, заметил. И я, кстати, вам говорил об этом. Damn creepy when we passed through on our way here. That's because it's empty and in ruins right now. I can't even imagine what happened down there. Hundreds of people. Just. All right, we need to stay focused, mate. You just keep digging those files, see if you find anything useful. All right? Will do, Terry. Thanks for the chat. Helps. It helps take the edge off, you know. It's all good, mate. Так, все, окей. Ну, хорошо, я их беседу послушал. Я нашел. И сохранился. Нашел ключ-карту. Ох, какой крутой тут костерчик у вас. Можно я с вами посижу? Ай! I hate cursing, but fuck. Things are getting worse. At least Rome's out of here, ух ты. Это новые лица, что ли? Точно, новые лица. Ну да ладно. Так, нужно разобрать баррикаду, но я думаю, ребят, мы с вами это сделаем уже в следующей серии, а пока что я отдохну вот здесь вот, с другими ребятами. Просто посижу. Посмотрите, как тут все клево. Тут просто все шикарно. В общем, спасибо, что вы посмотрели, я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, если вы тут впервые, что вы подпишетесь, скините это видео друзьям, скините другие мои видео друзьям, чтобы канал продолжал расти. В общем, ребят, спасибо за то, что вы есть. А с вами был Том. До следующих видео. До следующих видео.